Виктор Иванович Ярошенко, герой Советского Союза. Виктор Иванович родился в 1921 году в Евпатории. В 1938 году окончил Качинскую военную авиационную школу. Получил назначение в 35-й скоростной бомбардировочный авиационный полк. Начало войны Ярошенко встретил в Эстонии, где в первые дни сражений в составе звена истребителей СБ он нанес удар по переправе гитлеровцев через реку Даугаву. В марте 1942 года в составе полка Ярошенко прибыл на Волховский фронт, где для него сразу началась боевая работа. Летные экипажи делали ежедневно по 2-3 боевых вылета, нанося удары по аэродромам, железнодорожным узлам, живой силе и технике противника. Вскоре на их счету было уже 167 боевых вылетов. В очередном вылете самолет Ярошенко подвергся обстрелу артиллерии и истребителей. В неравном бою его экипаж сбил два вражеских самолета, однако его самолет был поврежден. Убиты стрелок-радист и штурман. Ярошенко получил тяжелое ранение, но все же сумел с парашютом приземлиться в расположение советских войск. Задание было выполнено. Один из вражеских эшелонов был взорван. После госпиталя Ярошенко вернулся в свою часть. В составе полка летчик участвовал в боях за освобождение Польши, сражался на территории Германии. К концу войны он стал заместителем командира полка, инспектором-летчиком по технике пилотирования и теории полетов. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Ярошенко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».